Доброе утро, дорогие телезрители. Это «Звездный шкаф». И в день всех влюбленных у нас не один герой, а целых два. Самая красивая пара – Тео и Ольга Рыжикова. Доброе утро. Но с вашим праздником, с днем всех влюбленных. Спасибо. Скажите, что мы сегодня будем делать? Ну, мы будем готовить, как я понимаю, коль мы на кухне встретились, фирменное блюдо. Мою короночку. Как твою короночку? Потому что я люблю ее кушать. Запеканка. Это будет запеканка ПП. Запеканка. Расшифровывай ПП. Что это такое? Просто прекрасно. Просто прекрасно. Потому что... Не диетическая ли запеканка ты меня кормишь все эти годы? Именно, мой дорогой. Так все же, что, у нас сахара не будет вообще? Нет, у нас будет стевия, все как дома, все то же самое. Друзья мои, в общем, как нужно... Довольно? Вкусно. Да, очень вкусно, Оля. Я дома слышу обычно другие. Это совершенно потрясающая вещь. Просто прекрасно. Все, в общем, что нам понадобится? Это максимально простое блюдо. А мы любим, когда быстро, когда вкусно. Вот, нам понадобится творог, яйца, сметана нам пригодится потом. Обычную муку заменяем на рисовую муку. Мне так больше нравится для выпечки, для запеканки, для сырников. Разрыхлитель вместе с ванилином. И вместо сахара стевия. А все. Изюм для чего? А изюм это для праздника. И мы сразу смешиваем все. Разрыхлитель, угу. Ванилин, яйца. Ага, да, конечно. А, если можно, я тогда... Буду под музыку, считать. Под музыку. Ты занимайся привычным делом. Две минуты я засекаю. Ты не хочешь приложить руку к нашей запеканке? Да? Ну давай, тогда вот так вот активно прорабатываем трицепс. Это готово. Мы сейчас только добавляем рисовую муку. Готовка – это все, конечно, прекрасно, но поскольку у нас сегодня тема любви, расскажите, кто за кем бегал, вашу историю вообще отношений? Ну, у нас был такой челночный бег, наверное, сначала Тео уже 5 минут за мной, а потом я за ним. Да, я расскажу об этом. Мне кажется, что никто не бегал, мы повстречались в таком возрасте, когда мы шли друг к другу уверенным. Слушай, ну давай только без цифр. Ну, как красиво сказал, ну красиво же сказал. Это точно. Ну, вообще, чтобы ты понимал, мы знакомы очень давно. Мы знакомы с Тео уже аж 18 лет. 18 лет пила черный чай без сахара у меня на кухне. Нам очень, я люблю тебя, и это тоже. Во время записи одной из песен Ольга стояла у микрофона, я говорю: Рыжика, ну что ты, передохни, вот тебе мандаринка, держи, скушай. Ну я подумала, слушай, цветы было бы приносить как-то очень банально в студии, тем более много других людей, он принес мандарин. Он пришел с мандаринкой. Ну вообще, если честно, для нас 14 февраля дата непростая, потому что именно в этот день, 14 февраля, 9 лет назад, Тео сделал мне предложение. О как! О как! Мурашки по коже, мне так с тобой похоже. Ты любишь, я тебя тоже. Ну что ж, та-дам, дамы и господа. Кстати, слушай, так это ж фактически чизкейк. Ну, нет, вот фактически. Вот это неправильно. Нет. Это вот абсолютно неправильно. Это дезинформация. Чизкейк не имеет никакого отношения к запеканке и к творогу. Вы очень долгое время вели программу «Добрая раница Беларусь». Да. Расскажите, что это вообще за времена были? Это времена, когда всю неделю ты мечтаешь выспаться. Это непросто. Это непросто, когда ты просыпаешься ночью, собираешь костюмы, одежду, кефиру, любимую супругу в машину. Подожди, кто кого собирал кефиру, любимую супругу? Да я тебя будила всегда. Вот теперь мой ход. Да, Ольга рассказывала про запеканку. Я расскажу, как все было на самом деле, перед тем, как мы выезжали к кефиру. Значит, Ольга оставила с вечера меня перед фактом. Я буду в розовом. Моя задача какая? Подобрать что-то к розовому платью, чтобы мы как-то гармонировали, выглядели в кадре, так сказать, командой. У вас осталось какое-то фирменное приветствие? Ну, давай попробуем. Вот камера снимает. Ну, ты знаешь, если бывали случаи разные, когда что-то там... Случаи всегда были примерно такие. Доброе утро, друзья! В прямом эфире программа «Доброй раницы Беларуси». Если ваши глазки только что открылись, то увидите наши лица. Ольга Рыжкова и Тео, привет! Ребята, ну уже стало ароматно. Давайте я предлагаю экспромт музыкальный сейчас сделать. Да, чтобы запеканочка была вкусной.
Расти запеканочка большая. Да. Чтобы поднималась хорошо в духовочке. Есть у нас одна традиция. Использовать все принадлежности на кухне по назначению. Еще раз Тео докажет, что он может... В хорошей компании даже перец может превратиться в шейкер. Ой! Если давай, давай, концовка, концовка. Даник, концовка. Есть. Все. Давайте, наконец-то, уже достанем нашу запеканку. Ну, давайте. Она уже готова у нас. Боже, какое чудо. Слушай, ну, слава богу, что получилось. А то столько было разговоров, столько надежды, ожиданий на это блюдо. И как здорово, что оно сегодня тоже получилось. Так, все. Подождите. На старт. Ну, давай, ты первый. Давай. Приятного аппетита. Подожди, мы же забыли самое главное. Ну да. Сметана. А сметана-то не ПП. Сметана не ПП. Сметана обыкновенная. Ну ладно. Ну давай, Олечка, и мне чуть-чуть. Спасибо. Все, что так. В хорошей компании, все, что в отличном настроении, я считаю, вреда для фигуры не должно нести. Ну давай. Даже запах такой есть, ну, да. Даже. Как-то жалко. Ну не бойся. Ну? Ну что? Слушайте, но мне очень. Мне очень. Ну все. Друзья, мы передаем вам праздник в каждый дом. Сегодня с нами были Тео, Ольга Рыжикова. Будьте друг другу ближе. С праздником, дорогие друзья. Хорошего дня. Любите друг друга. И не забывайте говорить что-то самое важное, самое ценное и нужное своим близким. И почаще обнимать.